Вера – это один из главных столпов православия. Если нет веры, никакая духовная жизнь, никакая добродетель не имеет смысла. В своем послании к евреям святой апостол Павел утверждает: «Без веры угодить Богу невозможно». Однако, в то же время и сама вера не может быть абстрактной. Она должна иметь определенные критерии и соответствовать истине. И православная церковь обладает таким критерием веры. Он выражен в ее символе веры. Символ веры – это, по сути, квинтэссенция всего православного учения, потому что в нем излагаются все основоположные догматы христианства. Само слово «символ» в его первоначальном значении понимается как некая связь, то, что содержит вместе. Следовательно, символ веры – это то, что содержит и связывает воедино все те истины, которые необходимы для спасения человека. Именно поэтому символ веры входит в состав как утренних молитв, так и последования божественной литургии. Ведь символ веры – это то, что должен знать и исповедовать каждый православный христианин. И потому всякий, кто желает узнать, во что верит Церковь и что она несет всему миру, может узнать об этом из символа веры.